Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 28 января, и вот подойдя к своему лотку с томатами, которые я посеяла для суперраннего урожая, и про которые я вчера говорила, что показались первые петельки, я увидела, что уже у многих сеянцев раскрылись даже семидольные листочки. За ночь они очень-очень, многие очень сильно подросли. И тут я, посмотрев на них, я увидела, что они склонились в одну сторону. И я хочу вам рассказать еще одной мелочи, но очень такой немаловажной. Самое главное вот на таких ранних периодах уберечь от вытягивания и от вот этих изгибов. Сейчас я расскажу, о чем я имею в виду. Смотрите, когда я говорила, что свет я включаю на 12 часов, утром мы встаем, у нас дома темно, сразу я включаю подсветку. И вечером уже, когда ложимся отдыхать, 8-9 часов, я выключаю эту подсветку. И обычно в это время мы выключаем свет, уже смотрим телевизор, все. Но тут важно, чтобы ночью, когда у вас наступает темнота, не было никаких других освещений. Вот, например, может даже повредить ночник или что-то. У меня сегодня произошла такая история с компьютером. Я оставила на ночь включенный компьютер, потому что у меня там загружалось видео. Даже света от компьютера достаточно, чтобы сеянцы потянулись к нему. Они видят мельчайший источник света. Вот даже компьютер в другой стороне комнаты светился. И я вот утром посмотрела, возможно, вам видно, что они в эту сторону немножко склонились. Они за ночь, уже увидев свет от компьютера, вот они, видите, вот он сюда, и этот тоже сюда. Они развернулись все лицом к нему. И если бы еще, например, в течение скольких-то часов было бы в комнате темно, а компьютер горел бы, экран, они бы потянулись туда. Им все равно, к какому источнику освещения тянуться. Они всегда тянутся к свету. Ночью у них должна быть полная темнота. Тогда они будут ровненькие, будут глядеть в одну сторону. Что в таком случае делать, когда они немножко сюда наклонились? Ну, конечно, перевернуть их, особенно когда они стоят на окнах. Они же к стеклу всегда вытягиваются. Их переворачивают ежедневно. Согнулись они в одну сторону. Раз мы их переворачиваем, обманываем, они в течение дня поворачиваются в другую сторону. Они вот своими мордочками всегда ищут какой-то источник света. И вот я сегодня из-за своего компьютера утром встала, удивилась, как они быстро его нашли, свет дополнительный. Хочу показать вам, как быстро растут сеянцы. Вчера я показывала, что были вот такие, ну, вот такие вот петельки, только-только-только-только намечались. Вот видите, такие были шишечки. Сегодня те, которые были шишечками, у них уже листики. А у некоторых листики прям такие огромные уже выросли. Вот смотрите, вот ряд хочу показать. Как дружно Настенька из земли выбивается, отбрасывая даже от себя комочки земли. Какие-то быстрее проклевываются. Очень быстро вышел ботяня, который мне, в принципе, не нужен, который я посадила. Посеяла только, чтобы показать вам, насколько будет разница между толстоногими и такими обыкновенными. Но вот он, экспериментальный ботяня, вырвался вперед. Он сразу видно, что он удлиняется. Видите, он как-то тоненький, длинненький. Ну все, до свидания. Хотела сказать только об этом, о том, что никаких других источников света, кроме подсветки, желательно на ночь не оставлять. Они чувствуют, очень светочувствительные. Берегите от вытягивания. Если они вытянутся, будет потом исправить очень сложно. Все, до свидания.